Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня вот такой беспорядок на столе, и я сегодня хочу собрать украшения. Кому интересно, оставайтесь на канале, будем вместе собирать. Ну, как бы я буду снимать процесс. Я иногда снимаю такие видео, по-моему, они некоторым нравятся, кто занимается сборкой украшений. Вот. И что я сегодня хочу? Я недавно приобрела вот такие вот переходники. Я вам ссылку на них давала. Они есть на разное количество нитей. Вот это вот переходник на 7 нитей. Но я сегодня хочу его использовать не в качестве переходника, допустим, с двух сторон, а хочу использовать в качестве подвески. Вот. Мне кажется, это будет красиво, интересно. Давайте попробуем, что получится. Итак, нам понадобится переходник какой-нибудь и куча каких-то бусин. Сегодня я хочу сочетать гавлит бирюзового цвета и это тигровый глаз. Но так как, смотрите, расстояние между кольцами совсем небольшое, то есть вот примерно, да, вот один элемент, он, наверное, у нас даже меньше 6. Ну, около 6 будем считать. И даже если я буду вот подвешивать подряд по 6, смотрите, не помещается, да? Поэтому надо будет что-то думать. Есть у меня еще вот такие мелкие проставочные красивые бусинки, по-моему, такого же цвета, так ведь? Буду использовать их, они где-то 4 миллиметра. Так, у меня еще был где-то, вот, смотрите, нам понадобится тигровый глаз 4 миллиметра. Но, к сожалению, вот здесь четверки у меня нету. Было бы, конечно, хорошо. Но нет и нет, ладно. Буду вместо них как-то выкручиваться вот этими мелкими бусинками. Видите? Нет, не помещается никак. Значит, надо будет поступить хитрым образом. Сейчас я подумаю и вам скажу. Есть еще у меня вот такие шапочки. Тоже они одного оттенка, по-моему. Да. Но в качестве пинов я буду использовать вот такой цвет. Этот цвет, по-моему, он бронзовый. Вот. Античная бронза, вот что. Поэтому сюда этот цвет подойдет. Хотя, если просто бронзовый темный будет, может быть, он тоже подойдет. Ну, вот античная все-таки сюда лучше. Он не такой бронзовый, как, допустим, вот такой бронзовый. Хотя этот тоже неплохой, мне кажется. Ну, в любом случае, бронза и золото, это неплохо сочетается. Вот. Что я сейчас хочу сделать? Сейчас я хочу сделать... Хочу набрать вот так, смотрите. Попробую. Я буду процесс снимать, пока я еще даже не знаю, что получится, а вы уже увидите на заставке. Вот так неплохо, мне кажется, если набрать... Значит, делаем здесь петельку и подвешиваем вот сюда. Так вот. Давайте мы это сделаем. Нужны, конечно, инструменты. Обычно я использую инструменты вот такие. Круглогубцы, вот такие плоскогубцы и... Что это? Кусачки. Забыла. Так. И буду я, наверное, вот, если здесь вот так круг, то здесь буду, как это называется, перпендикулярно. Вот. Оставляю где-то около сантиметра, можно чуть поменьше, и делаем петельку. Вот. Будет петелька. Так, ой, какая
петля получилась некрасивая. Ладно, я потом без камеры поправлю. Вот, допустим, такая подвеска. И подвешиваем. Открываем уже теперь вот так. Не вот так, а именно вот так. И подвешиваем. Так, вот. И вот что у нас получается здесь. И смотрите, если я сейчас буду набирать то же самое, например, вот так у нас было, да? И у нас встанет рядом две шестерки, и они просто не поместятся здесь. Значит, надо по-другому выкручиваться. Я вот попробую сюда еще тигровый глаз четверку поставить. И подвешу уже вот так. И тогда, видите, у нас получится вот эти шестерки, они не будут сталкиваться. Вот я сейчас вам первый ряд сделаю и покажу. Вот смотрите, что получилось. Мне так нравится этот ряд уже. Здорово, мне кажется. Опа. Ну, вот такая вот как бы галочка тут образовалась, но мне кажется, от этого неплохо. Даже вот так уже можно оставить. Просто надо было взять, допустим, не с таким кольцом, а с гвоздиком пины. Тогда вот на этом можно остановиться прям. Очень даже неплохо. Дальше у меня будет следующий ряд. Ой, такая красота. Сижу, любуюсь. И смотрите, из-за того, что у меня вот такой переход, у меня вот эти шестерки, они не сталкиваются. Как я тут собрала, вам, наверное, понятно. Вот здесь я включила четвертый, один, одну бусину, дальше две бусины, дальше вот три. Ну, эта сторона симметрична. Тогда будет неплохо. Вот. Дальше следующий ряд. Что я хочу? Я хочу следующий ряд уже сделать из. Смотрите, я уже начала было думать. Вот. Я беру шестой тигровый глаз. Уже здесь надела шапочку. Пускай немножко и шапочки будут. Вот. Без каких-либо мелких бусин. Так, надеваю на крайний, просто вот шестой тигровый глаз с шапочкой. Так, и будем вот такая здесь подвеска. Так, вторая подвеска у меня будет шестой тигровый глаз, шапочка, еще четвертый тигровый глаз, ну четверка. Я почему-то сюда не стала включать вот этот золотистый элемент. Пусть будет один такой ряд, ну, может быть, темный, да? Я вот так сейчас пройду тоже и вам покажу. Вот оно так будет. Сейчас доделаю, посмотрим, что получится. Ну вот, что у меня получилось. Мне кажется, неплохо. Ну, судя по тому, что здесь у меня опять колечки, значит, еще будет ряд. Даже не знаю, сделать длинным как галстук или просто... Мне кажется, на этом тоже можно было бы остановиться. Так. Ну, давайте еще один ряд, и пусть он будет последний. Или на светлом делать последний. Это некрасиво будет даже. Давайте я попробую сейчас несколько вставить. Уже с гвоздиком нам нужны будут, наверное, здесь подвески. Ну, чтобы на конце не оставалось таких вот петелек. Ну, вот так я начала, смотрите. С краю вот такая подвеска. Дальше с мелким бисером, хочется сказать, бусинкой мелкой. Вот. Ну, конечно, если бы были какие-нибудь капельки, бусинки, здесь они бы смотрелись красиво. Вот. Но их нет, поэтому я сейчас вот так попробую завершить этот ряд.
Вот такая получилась подвеска. Наверное, на этом я остановлюсь. Дальше украшать не буду. Хотя сначала думала, что это будет подвеска-галстук. Но не хочу я ее делать длинной, тем более материалов у меня немного. Вот чуть-чуть остались бусинки 4 мм. А нам еще надо сюда выполнить набор для как бы чокера. Вот. Ну, давайте я сейчас попробую собрать уже вот эту часть. Соберу, наверное, на мемори проволоки. Сейчас ее найду. Вот так получилось. Так. Как-то вот эта часть, она более гармонична, мне кажется. Что-то здесь не так. Вот. Если бы это был прямой эфир, вы бы мне сейчас подсказали, так ведь? Хотя вы можете это делать и прямо сейчас еще. Потому что вот эту часть снять и переделать, ничего сложного нет. Вот. Может быть, надо было мне сохранить параллельность вот к этой линии, да? А здесь она как бы вытянута получилась. Вот так я, конечно, не пробовала. Ну, а с другой стороны, они бы так, может быть, и не легли. Короче, я жду ваших комментариев. Ну вот сейчас сижу, обдумываю вот это место, на что крепить. Все-таки закрепила на двойное колечко. Конечно, можно использовать бейл, но тогда он будет сильнее провисать, как бы, ну, будет ниже спускаться. Еще можно использовать, кстати, карабин и сделать его съемным, вот эту подвеску ее. Съемный можно сделать. В общем, есть разные варианты, но я все-таки, наверное, остановлюсь вот на этом. Вот, здесь у меня две шапочки. Если их сильно вот так вот задвинуть, и получается двойное кольцо, но его практически не видно. Он бронзовый. Оно бронзовое, это кольцо. Вот. Сначала я думала сюда бирюзовые бусинки, но они здесь как бы не очень хорошо смотрятся. Лучше все-таки тигровый глаз сюда использовать. Но здесь, наверное, дальше у меня будет все-таки бирюзовый цвет. Но я сейчас полностью соберу, просто хотела показать вот это место. Оно подвижное будет. Вот. Ну, сейчас, наверное, уже полностью закончу и вам покажу. Ну, вот так я собрала. Уже все тут закончила. Немного включила тут бирюзовый цвет. В общем, вот так получилось. Здесь собрала тигровый глаз вот через вот эти бусинки. Здесь немножко мелких поставила, потому что шестерка у меня закончилась. Ну, здесь обыкновенный карабин, пока удлинять не стала. Вот. Ну, цветовое сочетание очень даже неплохое получилось. Ну, вот это место, может быть, вы мне подскажете. Хотя и так неплохо, мне кажется. Ну, вот так это смотрится на манекене, на шее. Можно сказать, вот. Ну, у меня манекен небольшой, поэтому на шее у меня, так как я сделала коротким, вот так примерно смотрится. Вот. Ну, эту длину можно, конечно, по-своему, по-разному. Вот эта часть, она как бы вот подвижная. Вот. И этим оно даже интереснее. Ну все, девочки, на этом я завершаю свое видео. Работы, в общем, осталось довольно. Вот это место, может быть, вы мне подскажете. Всех благодарю за просмотры и до следующего видео. Пока-пока.